О создании нового механизма целевого обучения в вузах говорил сегодня на совещании Дмитрий Медведев с вице-премьерами. Глава Кабмина заявил, что в рамках этого проекта создан перечень специальностей, по которым и будет вестись подготовка в высших учебных заведениях. Сейчас в нем почти 1500 профессий. Список будет корректироваться в зависимости от потребностей государства. С его принятием мы не только обеспечиваем конкурентные условия отбора подготовленных абитуриентов, которые будут поступать на таких конкурсных условиях, но и будем готовить, надеюсь, профессионалов, которые по окончании высшего учебного заведения пойдут работать по специальности в тот регион, где на них есть спрос. Ну а если не устроиться на работу, то тогда или выпускник, или компания, которая с ним подпишет иной договор, должна будет компенсировать бюджетные средства.